Я хочу вам выразить огромную благодарность, что вы вот откликнулись. И я вот, сколько мы, четвертый день, да, плодотворной работы, такой полноценной, вот, ну, погружением действительно, ну, вы держите, не хочу говорить аудиторию, но действительно, вы нас всех, да, прям на одно дыхание, действительно, вы профессионал. Спасибо, вы эксперт, профессионал, в общем, замечательно, да, что мы вас встретили, что вы у нас появились, да, в нашей семье Мацеста. Спасибо вам огромное. Вот, ребят, хочу поблагодарить вас всех за искренность, за честность, вот, за открытость. Это очень важно, потому что на самом деле, да, всегда где-то каким-то в шкафу лежат у нас свои скелеты, и я не стою повторять, обязательно об этом говорите. Вот, я думаю, что как раз мы в первую очередь научились это делать, и надо это действительно в практику открытости, вот, повторять и делать это традицией. Вот, поэтому спасибо вам огромное, и я хочу, чтобы эти сегодня семечки, они просто не зачахли, не затухли, а пошли расти, надо их поливать, нужно, да, удобрять, вот, вспалывать, тогда потом там прорежать, и действительно у нас вырастут огромные классные проекты, и сама Мацеста, она расцветет. Ведь мы об этом же мечтаем, правильно? Мы же об этом мечтаем с вами. Любые мечты, они, которые сшиваются уже, так сказать, в проекты, они становятся явью и нашей жизни. Вот поэтому спасибо вам огромное. Я вам аплодирую. Действительно, от всего сердца. Классно. Ну, разрешите мне. Посоветуйте телевизор, тюк, все работает. На самом деле хочется так, чтобы через какое-то время, вот когда...